Доброго дня, мы из Украины. Пару вопросов важных, которые интересуют. Смотрите, посевная, уборочная сейчас начнется через там не 5-10. Вопрос, который интересует, это проезд фур и спецтехники, работа людей, которые задействованы в уборочной в комендантский час. Будем упрощать эту ситуацию, фуры будут беспрепятственно ездить, и мы поговорили с соседними областями там тоже. Касаемо, вопрос еще в воздухе, касаемо теплового режима и wait in motion, у нас не работают отключены эти системы в области, но в других вопрос еще открыт, я позже дополнительно сообщу. Касаемо паровоза спецтехники, касаемо подачи, кто будет работать, кто необходим при уборке в комендантский час, вам надо обращаться в районные администрации, можно через ОТГ, любым способом для того, чтобы эти списки сформировать и могли люди работать и перемещаться. Мы этот вопрос решим, то есть беспрепятственная будет проезжаемость фур ночью, для того, чтобы мы могли максимально вывести урожая с территории области там, туда, где можно это продать. Также, что еще хотел сказать? Ладно, вспомню, позже скажу. Всем привет.